Здравствуйте, дорогие друзья. Предыстория краткая. Mercedes GLE X166. Машина тяжелая, но, к сожалению, какие бы диски ни стояли. Единственное, что в машине 73 тысячи всего пробег. Машина свежая довольно-таки. После того, как были самые первые диски, самые первые колодки заменены, все, что не ставили, оригинальное, ничего уже не выдерживало. Больше 150 километров разгон, торможение и все. Диски можно было выбросить. Человек поставил Zimmermann все в круг. Вчера проверили, за 7000 километров пробега диски потеряли 0,6 толщины из 2 миллиметров. То есть износ катастрофический просто. Единственное, чем-то можно, конечно, помочь, это поставить более систему производительную, но человек не хочет этого делать, потому что дорого. Чем мы попробуем помочь? Мы попробуем помочь роудхаусам. Колодки среднего диапазона производства Испания, вроде бы, себя не показали довольно-таки неплохо. Они, единственный их минус, они пылят. И пылят они очень-очень-очень сильно. Поэтому наперед я их никогда никому не рекомендую ставить. Потому что все будет черной-черной пыли, но вы слышите и видите, как они трутся. Вот в этом их главная особенность, что они стираются. Они не каменные. Какие они бы ни были, как они будут тормозить, но диски они греть точно не будут. Замылиться они не замыливаются. Они остаются все равно мягкие. Это проверено. В их составе ничего такого особого. Ничего особого нет. Можно даже особо ничего не искать. Но самое главное, что здесь используется, как в Ферадо, используется именно вата. Стальная вата. Не куски стружки, а именно вата. Эти колодки работают нормально. Фу. Но решили зад, это ладно, задом. Ну и решили перед тоже их попробовать. Посмотрим на передние. Ну, такая довольно-таки крафтовая история. Передние пылят чуть-чуть поменьше, и хорошо видно, что они добавили сюда чуть-чуть меди. Но это не повредит. То есть разница видна. Медь ее хорошо вот видно, вот она блестит, рыжая. Поэтому попробуем, должно помочь. Но не поможет, тут уже все, диски там действительно очень маленькие. Задние так вообще почему-то, я не знаю, что это за версия этой модели. Задние вообще стоят невентилируемый блинчик, то есть на машине, которая 2,5 тонны весит. Посмотрим, последим.